По легенде второго этапа всероссийских командно-штабных учений произошло подтопление нескольких районов. Задача спасателей – эвакуация населения и оказание первой помощи. Спасатели провели вертолетные спуски с 20 метров и подъем условно пострадавшего в носилках на борт. В качестве площадки для учений было выбрано русло реки Сочи. Одним из примеров эвакуации людей из подтопленных районов при помощи авиации – это поисково-спасательные работы в Крымске в 2012 году. Тогда спасатели при помощи лебедки подняли на борт и эвакуировали в безопасное место 40 человек.